Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы приветствуем вас в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского. Убедительно просим вас проверить отключение мобильных телефонов. Обращаем ваше внимание. В зале во время концерта фото- и видеосъемка, в том числе на мобильные телефоны, запрещена. Благодарим за понимание. Московская филармония представляет концерт Аиды Гарифуллиной. На сцене Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Дирижер Хао Жань Ли. В концерте принимает участие Борис Пинхасович. Начинаем первое отделение. Петр Ильич Чайковский. Вступление к опере «Пиковая дама». Исполняет оркестр, дирижер Хао Жань Ли.
Петр Ильич Чайковский. Ария Елецкого из оперы «Пиковая дама». Солист Борис Пинхасович. Sure.
Лео де Лип. Испанское болеро девушки Кадиса. Слова Альфреда де Мюссе. Солистка Аида Гарифуллина. Thank you.
Пьетро Маскани, интермеццо из оперы «Сельская честь». Исполняет оркестр, дирижер Хао Жань Ли. Антонин Дворжак, ария «Русалки» из оперы «Русалка», солистка Аида Грифуллина.
Джузеппе Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы». Исполняет Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Дирижер Хао Жань Ли.
Петр Ильич Чайковский, колыбельная Марии из оперы «Мазепа», солистка Аида Гарифуллина. В завершение первого отделения концерта Франц Шуберт «Аве Мария». Thank you.
Уважаемые слушатели, вновь убедительно просим вас проверить отключение мобильных телефонов. Начинаем второе отделение концерта. Джузеппе Верди. Увертюра к опере «Травиата». Исполняет Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Дирижер Хао Жань Ли.
Джузеппе Верди, сцена и ария Виолетты из оперы «Травиата», солистка Аида Грифуллина. Croce di lezione.
Йоганн Штраус. Увертюра к оперетте «Летучая мышь». Исполняет оркестр дирижер Хао Жань Ли. Thank you.
Херонимо Хименес, полонез Елены из Сарсуэлы, сивильский цирюльник, солистка Аида Гарифуллина.
Джакомо Пуччини, интермеццо из оперы «Манон Леско», исполняет Российский национальный молодежный симфонический оркестр, дирижер Хао Жань Ли.
Джакомо Пуччини, ария Флории Тоски из оперы «Тоска», поет Аида Гарифуллина. Шарль Гуно, каватина «Валентина» из оперы «Фауст», солист Борис Пинхасович.
Джакомо Пуччини, вальс Мюзетты из оперы «Богема», солистка Аида Грифуллина.
Франц Легар, дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова». Thank you.
В завершение программы Руджеро Леонкавалло, «Маттината».